Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы. Молодая пара из Санкт-Петербурга с 2012 года грабила квартиры премиум-класса. Злоумышленники тщательно готовились к своим преступлениям, изучали образ жизни будущих жертв, подбирали ключи, выясняли расположение камер наблюдения. Кроме того, пользовались услугами риэлторов под предлогом аренды жилья, чтобы изучить схему квартиры. Объектами посягательства, как правило, становились ювелирные изделия, дорогостоящие часы, меховые изделия, брендовая одежда. В ходе обыска изъяты шубы, дамские сумки известных фирм, часы элитных марок, одни из которых принадлежат известной топ-модели. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».